Фигурное катание. Россияне в первый же день олимпийского командного турнира у фигуристов захватили лидерство. Соревнования фигуристов в Сочи обозначились явным российским доминированием. Вряд ли нашлись те, кто не верил в успех Татьяны Волосожар и Максима Транькова в парном катании. Да и остальные участники короткой программы ожидания оправдали. Распределившись в финальном протоколе, вполне предсказуемо. Очевидно, что в дальнейшем основная борьба развернется за второе и третье места на пьедестале почета, на которые, судя по командным выступлениям, претендуют пока что три пары. Вашему вниманию все результаты соревнования. В короткой программе среди мужчин, несмотря на длительный перерыв в выступлениях, отлично выступил Евгений Плющенко. Он установил личный рекорд, набрав 91,39 балла. Турнирная таблица выглядит следующим образом. Продолжатся командные соревнования в субботу, когда Олимпийским играм уже будет дан официальный старт. На очереди короткий танец и короткая программа у женщин.